На один день «Волга Спорт Арена» превратилась в настоящую ярмарку региональных достижений. Под крышей Ледового дворца прошел форум, сделанный в Ульяновской области. Свои экспозиции на нем представили более сотни местных производителей. Многие региональные бренды, такие как УАЗ и Волжанка, известны далеко за пределами области. Другие же могут такими стать. И площадка форума для предпринимателей – лучший способ заявить о себе и своей продукции. Мы второй раз принимаем участие. В том году мы выступали, нашли деловых партнеров. И с ними продолжаем работать. Вообще стараемся участвовать во всех ярмарках и форумах, которые организует наше правительство. Сегодня у нас плодотворный день был. Мы сегодня провели несколько переговоров. Это Азербайджан, Узбекистан. Надеемся, что будем там тоже сотрудничать. Участвуем второй раз. Первый раз у нас были опытные образцы представлены. Сейчас мы уже сделали мелкосерийно, изменили дизайн, получили разрешительную документацию для поставки в учреждения здравоохранения, в реабилитационные центры. В первый раз даже дали грамоту. В этом году форум стал самым масштабным за всю историю. Многие фирмы участвовали в нем в первый раз. В первый, но явно не в последний. Мне сообщили люди, которые не первый раз участвуют, и позвали принять участие. Я вообще в глубоком восторге, потому что мне кажется, это очень эффективная площадка для развития собственного дела. Мне очень понравилось. Я думаю, что я не зря участвую в этом форуме. Очень много предложений интересных я получила. Но также и своих будущих заказчиков тоже я надеюсь, что я здесь обрету. Узнали, какие возможности есть еще в Ульяновске и что делают в Ульяновске. Также к нам обращались уже несколько заказчиков. Я так думаю, что у нас будут много заказов. Достаточно, да, проявляется интерес к воде, потому что, во-первых, новый бренд, упаковка яркая, которая привлекает внимание. Ну и вкус воды сам такой свежий. Не обошли стороной форум крупнейшие предприятия-импортеры российской продукции из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и Германии. Многие из представленных товаров заинтересовали зарубежных гостей. Нам интересно было ульяновские производители. Познакомились с некоторыми производителями воды, молочные изделия, крупы, кондитер. Спасибо за такой прекрасный приглашение. И я думаю, что такие мероприятия очень выгодны и для нас, и для страны России, и для города Ульяновска тоже. Экспозицию осмотрел губернатор Сергей Морозов. Глава области напомнил представителям бизнес-сообщества о задаче, которую поставил перед регионами президент России Владимир Путин. Задача стоит достаточно более чем амбициозная. Мы должны практически удвоить. Вот у нас сейчас 6 миллионов где-то предпринимателей, да, мы должны добиться того, чтобы было не менее 12 миллионов человек, которые активно занимаются бизнесом в Российской Федерации. В выполнение поставленной цели должна активно включиться Ульяновская область. На форуме можно было не только показать и посмотреть на товары. Был заключен целый ряд соглашений, направленных на развитие и поддержку социального предпринимательства и автомобильной промышленности региона, а также способствующих более активному экспорту ульяновских товаров. Это касается продвижения и запуска нового инструмента. Мы открываем платформу на Алибабе торгового дома, сделанного в Ульяновской области. И мы будем подписывать контракт как раз об этом, который позволит нашим предприятиям выходить на экспорт. В следующем году площадкой для проведения форума останется Ледовый дворец. А вот количество предпринимателей, скорее всего, увеличится почти в два раза. И, возможно, зазвучат новые имена ульяновских брендов. Егор Титов, Руслан Баталов, Новости дня, Ульяновская правда.